шапке расскажу вам, не скрою, как шикарно Новый год я справляла, как влюбилась в олигарха-героя. Накануне я его повстречала, пригласил свое на апартаменты, о которых мы лишь в детстве мечтали. 5 часов мне говорил комплименты, пока в пробке на Рублевке стояли. Говорил, что его вкус безупречен, что не вычурный и скромный мужчина, и что он при нашей первой же встрече пригласил меня по этой причине. Дом без золота, беды, унитазы, но не в желтом, нежно-белом, не броском, как изящны в ручке ёрчика стразы, позавидовал бы даже Сваровский. Вторая. Я встречала Новый год с программистом. Мне в компьютере пускали петарды. Бой курантов все на месте зависло. И он сжал меня сильнее, чем гонораром. Он сказал мне, что такое впервые, что в винду свою кого-то пускает. И признался, как все окна закрыли, что я женщина его нулевая. Свой висет он все давило не по-детски, так и дело ни на шаг не сдвигалось. Он досталось доктор Вебу и Гинцу, а других знакомых слов не осталось. Бился долго, но не будем детали. Я затих, он же был в полном кайфе. Как шампанское он в рюмочный смайлик наливал и громко чокался в скайпе. Третье. Ну а я с утра салаты строгала, очищала все долги и дела. Новый год я здесь на кухне справляла вместе с вами.